Это мужское, да? Да, это из классической коллекции, мужская коллекция духов. Мужская коллекция духов для, из классической коллекции Signature Scents. Вот этот, наверное, хороший. Это одно из самых новых. Это Ombre Leather. Более кожаный как бы запах. Да-да, я вижу, что они пишут Ombre Leather. Хороший, наверное, запах. Мужчины, налетайте. Не, ну Том Форд мне всегда нравится. У меня лично у самой все вот эти золотые, черные есть, и белая, оркид. Ну, это как бы они не новые, но все равно. Да. Это классика. А это тоже мужские? Это тоже мужские, да. Ага. Значит, вот эта вся категория, вот эта линия, это мужские. Какое тут название? Какое освещение, что у меня сломался этот стик. Нужно новое купить. Как называется? Grey Vetiver. Угу. Сейчас посмотрим. Теперь же. Или здесь тоже мужское? А, да, черное. Здесь женское и да? Unisex. Ну вот у меня такого нет, например. Вот такого. Это уже новое что-то, да? А, нет, они довольно-таки уже... Ну, вот это у меня есть. В золотом флаконе у меня есть. Белом у меня есть. Но они у меня давно, я еще, когда только вышли, я покупала. А что из новинок? Вот, допустим, людям интересно знать. Вот что из новинок? Самый новый из приватного. Сейчас, секундочку, Лен, я здесь фотку сделаю на заставку. Самое новое что? Соли Гульян. Это вот эти. Вот эти золотые. А, я их видела в Харрисе. Это женские, да? Это все dual gender, то есть это unisex. Абсолютно все, да? Да. А мне нравится unisex. Я не знаю, как вот кому, но лично мне нравится. Да, приватный бренд, он весь unisex. Очень интересный. Угу. Он звучит более громко. Я люблю такие запахи более сильные. Сегодня я пользовалась грит, но у меня волосы сегодня не очень. О, ну тут... Ладно. Грит, you know. Уже было. Ты знаешь, короче, грит. Да? Они не являются моими фаворитными какими-то, но они уже у меня давно, и я так, когда на съемку... Уже надо добить эту бутылку. Так, мне нравятся вот эти большие бутылки. О, очень красивые. Правда, так здорово смотрятся. Но они больше для оформления, да? Нет, они продаются даже. Да? А сколько здесь? 250 миллилитров. Да, я вижу. Угу. Ну да, это все и фарси. Но... Оформление другое. Свечечки. Какой здесь fucking fabulous. Наверное, пользуется у мужчин, да, этот парфюм успехом? Да, он очень популярный. Ну да, но он же уже не новенький, этот парфюм, но тем не менее. Он с прошлого года, по-моему, да? Или два года назад он зашел? Я не уверена. Не знаю, что когда пошел. Кажется, года два. Кажется, года два. Ну вот насколько я помню по своим видосам, года два. Ну что, мне нужно здесь закончить, наверное. Так, это я покажу по отдельности.
белая замша. Красивая прозрачная бутылка, золотая тоже. Сегодня у меня ленивая съемка. Больше расположена на разговор. Непрофессиональная. Такие красивые оформления, вот эти флаконы с этой крышечкой, да? Очень красивые, да. Кто-то купил хоть кто-то? 250, да? Сколько они стоят? В зависимости от духов. Ну вот, например, эти. Около, к примеру, вот эти. 450 фунтов или 530 в размере. Ну да, 250 миллилитров. А вот эти малышки? Опять-таки, в зависимости от духов, но примерно 240. Ну, как бы, так, как и раньше, да, не подорожали цены? Или подорожали? Мне кажется, что они примерно так же держатся. Потому что одежда подорожала. Насчет одежды, вот я могу сказать, одежда подорожала. А насчет этого я не... Я же не работаю с этим. Для нас этот новый бренд в этом магазине, поэтому... Серьезно? Я не уверена, сколько они только... Мы только что открылись в прошлой неделе, так что комфорт только что на прошлой неделе. Новичок совсем. Так я пришла его оприходовать. Поздравляю с началом, чтобы все шло как по маслу. Спасибо. Я имею в виду, выходила из магазина, то есть... Ну что ж, замечательные парфюмы. Все очень красиво, оформление красивое. Ну, комфорт есть комфорт, что говорить, правда? Шикарный бренд, конечно. Угу.